Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Нина. А сколько тебе лет, Нина? Мне 14 лет. Скажи, пожалуйста, откуда ты? Я из Украины, но в моем городе говорят по-русски. Отлично. А, наверное, помимо школы ты еще чем-то занимаешься. У тебя есть хобби, Нина? Да, я музыкант, я играю на музыкальных инструментах. На каких? Это гитара и фортепиано. Супер, молодец, покажешь, как ты играешь? Да, в следующем видео.